Всем привет! Что, посмотрим, какой у нас уровень воды на дамбе сегодня у нас. Ну, пока походить, а тут поснимать вам. Может, кому-то будет интересно. 202 микрорайон, корпус номер 9. Так вот все выглядит здесь. Такой большой дом. Высокий. Вот его уже и смотрю. Местами утепляют. Вот эта пена между швами. Видать, тут поддувает все-таки. И прохладненько. Сейчас, кстати, ветер приличный. Сейчас мне в спину дует. Так, переход через улицу. Так, здесь, по идее, меня должны пропустить. О, прокат, ремонт, продажа. Электротранспортов. Вот эти такие скутеры приличные, да? Музон здесь играет. Байк. Прокат электросамокатов. Кофе. Ох, ветер-то, а? Слушайте, вообще капец. Мне сейчас в спину дует. Так, тут мой шашлык. Но никто ничего. Людях нету, поэтому... А здесь вот можно бистро. Смотрите, какие цены. Шаурма. По ценам 310-320. Шашлык 220 рублей, 150 грамм. Так. Или 330. Так, это что такое? Непонятно. Здесь вот тоже точка. Общепита приличная вот такая вот. Там довольно много киосков. Сейчас я вам покажу. Ну, когда тут будет летом, тут, конечно, будет много народу. Всякие разные. Перфетто фуд. А что тут грохочет? Донер хаус. Шашлык. Шашлык. Шаурма. Так. Мистер Мишка. Биг Босс. Дамбафуд. Дамбафуд, смотрите. Краво... Как там кровоски? Что-то непонятное. Так, ладно, все. Стрепаем. Дедушка Донер. Ну и тут, конечно... О, зерновой кофе. О, кока-колу стали продавать. Баночка 100 рублев стоит. Я маленькая. О. Так, ладненько. Выходим на ветерок. Так, смогу я тут проникнуть. Чайки летаю, вижу. Так, сегодня 25-е, я говорил, да? Вечер. В Якутске вход для пешеходов ледовый парк. Но это вот когда был этот ледовый парк. Так, переправа там работает. С сегодняшнего числа, 25-го, по идее, должны были открыть. Так, оба-на. Да, вода спала. Вижу, песочек он оголился там. Ну и льдинки здесь повылазили. Льда мало. Прошлые, в прошлом году тут такие здоровые льдины были. Ну вот что осталось, смотрите. Вот что осталось у нас. В него, конечно, лучше не залазить, он рушится. Тут я смотрю, уже кто-то залазил, видать, чтобы красивую фоточку сделать. Вот лезут куда не надо. А потом оказываются в воде. Ледяной причем в воде. Так, вот еще туда вон сходить, вон где льдинки эти большие. Давайте сходим. Так, ну вот это вот было больше затоплено. Наблюдательный пост. Все эти, смотрите. Ой, настилы деревянные. Они вот поплыли. Так, ух ты, смотрите, кого я вижу. Морж
Смотрите, человек-муж. Обалдеть. Ё-моё, он купается. Это что такое? Вода же ледяная. А он уже купается. Смотрите. Еще поближе. Хоп. 10-кратное увеличение. Вот это круто. Ну, увидали, да? 25 мая в Якутске открыли купальный сезон. О, смотрите, там льдины. И он на фоне этих льдин. Обалдеть. Вот, вот тут чайки стоят, смотрите. Что-то ждут. По воде ходят. Она полетела к нам. Ой, улетела куда-то. Так, никого здесь нету. Пойдем дальше. Так, давайте спустимся вот здесь вот к льдинкам поближе. Я вам их покажу. Вот что осталось. Вода сошла, песок тут мокрый. Но довольно красиво. Смотрите, как она, ну, переливается все, да? Ого. Так, ну и здесь тоже вот такие льдинки остались небольшие. Смотрите. Ну, к сожалению, солнце. Сейчас пасмурно, ветрено. Было бы солнышко, конечно, красивее все это переливалось. Ну и то. Смотрите, как она. Видно, вот она капает, тает и капает потихоньку. Вон видно, да? Просто молча поснимать. Кстати, несется судно на воздушные подушки, аэрокатер. Сейчас уже лед прошел, поэтому, в общем-то, им вот так вот проще проще плыть. То когда была здесь шуга, вообще, конечно, они как плывут, вообще невозможно было смотреть на это. Сквозь льдины пробирались. А вот здесь слышно, кстати, как лед осыпается. Вот здесь вот, вот он в этом месте его подмывает, и он рушится с таким звоном стеклянным. Довольно прикольно. А он
еще поехал один. Смотрите. Хаос, что ли, называют его. Пятикратное увеличение залил. Смотрите. Ветер-то дует как сильно. Вам, наверное, тоже там грохочет все, да? Мощно, да? Что-то он против ветра тяжело ему приходится двигаться. Так что кто ходит на таких покататься хочет, вот к нам приезжайте весной туда-сюда, до Нижнего Бестяха в Якутск. Можете удовольствие получить. Вот, кстати, такая вот штуковина поближе. Да, чайки у нас тоже морозоустойчивые. Смотрите, в ледяной воде прямо. У них вот энергетики, сука, хватает, чтобы выдерживать такую холодную воду. Так, монтировать мне придется. Чего это он снимался? Да нету, смотрите, тут небольшие льдинки лежат, дотаивают. Слышите, да? А вот опадывает это, видно здесь, льдинки. А здесь как прикольно смотрится, да? Ну вот такая ситуация сегодня на вечер 25 мая. Вода уходит, понемногу уходит. Так что, в общем-то, можно сказать, что поводок прошел. Особых повреждений не было. Ладно, всем пока. Тут меня уже продуло, ветер. Ух, какой ветер. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.